Учебное заведение, построенное в 1974 году, дождалось капитального ремонта. Несколько лет назад в городе объединили училище номер 114, 47 и экономико-строительный колледж. Теперь на базе Камского строительного колледжа имени Ботанчука появится современный ресурсный центр. И пока работы по его оснащению ведутся в одном корпусе, студенты колледжа учатся в двух других. Какие перемены произойдут в этом году, расскажет Ксения Шулакова. О том, что на территории Камского строительного колледжа идет ремонт, видно с улицы. Работы здесь проходят уже 21 день, и результат, как говорится, налицо. Но самое главное, что колледж изменится не только внешне, но и внутренне. Он станет более современным и высокотехнологичным. С улицы заметны новые окна, видны изменения на потолке. Но это лишь малая часть ремонта. Переделать предстоит практически все. Деньги на создание ресурсного центра выделила республика. Выделено 104 миллиона рублей. Значит, будут отремонтированы классные кабинеты, лаборатории. И лаборатории мастерские будут оснащены новым оборудованием. И где-то к началу августа все ремонтные работы и оснащение кабинетов будет закончено. Ремонт одновременно ведется по всему зданию. И пока в производственном блоке идет демонтаж и вынос старого оборудования, в блоке теоретических знаний активно заменяют окна и устанавливают новые батареи. В планах также обновление пожарной сигнализации и установка видеонаблюдения. По словам строителей, работы идут с опережением графика. Ежедневно, в том числе и в выходные, на объекте трудятся почти 70 человек. Проектно-сметное дело. Класс. Следующий класс будет. Препараторская. Для преподавателя отдельно будет обязательно предусмотрено. План расположения мебели и техники составлен. Оборудование появится после окончания ремонта к новому учебному году. Это будет не просто колледж. Здесь появится 4-й в городе ресурсный центр, который будет оснащен всем необходимым для подготовки специалистов строительной отрасли. Мастерская оснащается новым лабораторным оборудованием, станками, то есть теми станками, которым пользуется сегодня производитель. Это очень важно, потому что мы должны готовить специалистов, готовых уже к работе. Совместная подготовка будущих специалистов самим учебным заведением и предприятием – отличительная особенность ресурсного центра. Подобный опыт уже есть в общей работе колледжей и таких предприятий, как КАМАЗ и Челны-Хлеб. Ксения Шулакова, Дмитрий Кравченко, Челны-24.